На улице Ленина рядом со старым знаком автобусная остановка предприятие «Друмырь» установило новый знак места стоянки. Он-то и стал с раннего утра объектом возмущения. Ну простите меня, пожалуйста, поставлены знаки как? Остановка автобуса. Вот остановка автобуса. Нет, это автостоянка или как называется этот знак? П. Парковка. Парковка. И в то же время через сколько метров там получается? 5 метров остановка автобуса. Как можно было поставить эти два знака рядом? В соответствии с законодательством, центральная улица относится к дорогам республиканского значения. Поэтому порядок движения автотранспорта на них согласуется Министерством транспорта Молдовы. В конкретном случае это не компетенция местного совета, такова точка зрения главы районной администрации, который вместе с журналистами решил прояснить ситуацию. Ну, тут стоит знак «автобусная остановка», и тут стоит знак «парковка». Тут припарковались люди, автобус остановиться негде. Получается, что здесь как бы конфликт этих знаков. Примите какое-то решение сегодня. Это дорога, и все, что 6 метров от обочины, это все принадлежит Министерству транспорта. Поэтому с ними вопрос надо согласовывать, и по этим остановкам в том числе. Из-за злополучного знака водители общественного транспорта не могут подъехать к остановке и вынуждены высаживать пассажиров на проезжей части, что неудобно и небезопасно для людей. Неудобно, что этот знак тут? Конечно, неудобно. Знак надо убрать? Пусть решают. У нас же есть главные. Спросите женщину, которая стоит сейчас здесь. Вот она вам точно скажет. Конечно, неудобно. Это все время так. Неудобно людям вообще... Надо как-то по-другому. В то же время водители любого другого транспорта, следуя указаниям знака места стоянки, ничего не нарушают. Нам не безинтересно было узнать мнение самих водителей по поводу противоречивого соседства двух знаков. Оставить автобусу место. Во-первых, не разрешается останавливаться до 15 метров до остановки. Ну, видите, знак здесь нету. Должно быть указать расстояние стоянки. Например, там вот 200 метров, 100 метров, 50 метров, 300 метров. Ну, это нарушение уже. Они не совпадают. Вроде мы правы. Законная остановка установлена уже. И все. По мнению компетентных органов, есть два варианта решения проблемной ситуации. Либо сместить автобусную остановку, либо новый знак обеспечить дополнительной информацией. Однако это уже прерогатива Министерства транспорта. Именно в его ведении находится центральная магистраль.